Здравствуйте. В эфире Хабар 24. Хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Анастасия Шенусова. Сегодня в выпуске. Чей скот? Полиция ЧТСУ разыскивает владельца лошадей, ставших причиной серьезного ДТП. Похищали, избивали, вымогали. Члены преступной группы из Актау дали признательные показания. 7 лет тюрьмы. Чем закончилась пьяная посиделка во дворе многоэтажки для троих жителей Северно-Казахстанской области? От мигалок до сирен на 500 000 тенге оштрафованы участники свадебного кортежа в Таразе. Юный Шумахер, подросток из Актобе, третий раз за год попался за рулем без прав. Досудебное расследование начала полиция области ЧТСУ по факту ДТП с участием лошадей. Животные спровоцировали аварию, в результате которой пострадала женщина. Ее госпитализировали в Коксусскую райбольницу. Косяк лошадей бесхозно передвигался по проезжей части на трассе Алматы-Ускемен. Проезжая по автодороге в ночное время, 46-летний водитель внедорожника не заметил животных и допустил наезд на 4 из них. Из-за сильного удара 45-летняя пассажирка получила травмы. Стражи порядка разыскивают владельца скота. Как правильно должны перегонять скот через дорогу? Животные должны двигаться по правой стороне крайней правой полосы и только в светлое время суток. Если стадо перегоняют ночью, пастух должен предупреждать водителей, делая круговые движения рукой с фонарем или факелом. Он также должен находиться на расстоянии не менее 15 метров от стада. Пастух не должен оставлять скот один на дороге, так как он может запрести на улицу и создать помеху движению. Перемещение скота через железнодорожные пути должно осуществляться только группами и в специально отведенных местах. Члены банды вымогателей из Мангыстауской области дали признательные показания. 5 мужчин в возрасте от 25 до 28 лет несколько раз похищали одного из местных жителей, избивая и угрожая применением огнестрельного оружия. Преступники требовали от жертвы 500 000 тенге. К тому же отобрали его автомобиль. Машину с двумя членами преступной группы полицейские задержали в Актау. В ходе обыска у них обнаружены пистолет, несколько боевых и травматических патронов. У остальных 3 подельников изъяли еще 1 пистолет, 2 обреза ружья и боеприпасы. К тому же нашли и отобранный силой опель потерпевшего. По фактам вымогательства и хранения оружия проводится досудебное расследование. Подозреваемые дали признательные показания. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. Нападением на полицейских закончилась пьяная посиделка 3 мужчин с Северно-Казахстанской области. Мужчины распивали спиртное во дворе многоквартирного дома, на что им и указали участковые инспекторы. Однако вместо того, чтобы удалиться, нарушители общественного порядка бросились на стражи порядка с кулаками. Несмотря на предупредительный выстрел, хулиганы не собирались останавливаться. Тогда одному из представителей власти пришлось прибегнуть к применению служебного оружия. В результате 2 нападавших обратились за медпомощью, но госпитализация не потребовалась. Мужчины находятся в ИВС. Им грозит до 7 лет заключения. Почти на 500 000 тенге оштрафованы участники свадебного кортежа в Таразе за дерзкое нарушение ПДД. Торжественный проезд по городским улицам обернулся аварией. Столкнулись Toyota Prado и Audi. ДТП зафиксировал камеры Центрального оперативного управления. Водителей этих 2 и еще 10 других автомобилей, находившихся в составе кортежа, привлекли к административной ответственности по разным статьям Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Водители автомобилей привлечены к административной ответственности по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, сотрудниками патрульной полиции выявлены 10 других автовладельцев, находящихся в составе также этого кортежа. Подросток из Актобе 3 раз за год попался за рулем без прав. 17-летнего юношу на хэтчбеке ВАЗ-2114 выдало незнание правил дорожного движения. Родителям парня, не уследившим за юным Шумахером, придется заплатить штраф в размере 30 МРП или 103 500 тенге. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Дорога не прощает ошибок. Жаль, что в 17 не все это понимают. Желание быстрее почувствовать себя взрослым порой может быть чревато по-настоящему взрослой ответственностью. И дело не всегда заканчивается штрафами. Иногда ценой за каприз может стать жизнь своя или чужая. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». Наш электронный адрес kesikshebolem@gmail.com. На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24.